Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем снова тапочки из текстильной пряжи. И тапочки уже по закрытии. Но основа в принципе такая же. Закрытые тапочки из текстильной пряжи. Связала стелечку, это мы умеем, будет видео здесь вот выскочит, как вязать на свой размер стельку и как ее уплотнить. В общем, связала я, последний ряд провязала, это все будет тоже здесь видео, как это уплотнить нитью другого цвета, и сейчас уже начинаю вязать вверх. Нити, вернее пряжу, я сделала из остатков тканюшки. В сумме у меня где-то получается 300 грамм на оба как бы тапочка ушло ниток. И начнем с того, что обвязываем. Обвязываем столбиком без накида по кругу, цепляю за заднюю стенку вот эту последнюю цепочку и вот эту петелечку. У меня двухцветная, поэтому хорошо видно, смотрите, цепочку и за вот эту петелечку как бы делаем переход со стельки на сам тапочек, наверх тапочек, и вяжу по кругу целый ряд. Провязала я ряд основной, чуть-чуть буду менять цвет, заканчиваю ряд вот эту как бы петлю подъема, пропускаем следующую, протягиваем и вот в эту петелечку еще раз протягиваем, то есть восстанавливаем цепочку, вот, чтобы не было у нас вот этих переходов. Протягиваем на изнаночную сторону, потом эти все хвостики обработаем, позатягиваем, пообрезаем. Теперь беру нить другого цвета, немножечко отступаю, чтобы не было в одном месте. И два ряда провяжу столбиком без накида, но только этой ниточкой еще вверх, без изменений, без убавлений и добавляем. И добавлением просто ровненько провяжу еще два ряда. Так, довязала до конца ряда. Обрезаем ниточку, опять маскируем, как и в прошлый раз. Так, восстанавливаем цепочку, маскируем ниточку. И будем вязать уже. А потом я здесь протяну и обрежу. Теперь так, внимание, девчонки. Вот если вы связали уже стельку, то вы знаете, что здесь у нас половина столбиков без накида, а вот столбик с накидами. Пошли дальше столбики с накидами. Мы отступаем один столбик с накидами. Вот примерно определяем над ним. Примерно. Вот плюс-минус там не играет роли. Над ним цепочку. И отсюда начинаем вязать. Вот сделали цепочку. Раз. Так, теперь мы определяем вот средние 3. Вот для того, чтобы здесь не было нюансов, мы определяем средние 3, потом от них 2 и еще 3. То есть серединка 3, 2 и 3. Ну, это мы пока не трогаем, это пойдет автоматически. То есть здесь нам нужно вот эти 3 провязать столбиком с накидом. От средних 3 петель 3 петли еще как бы... Ой, 5 петель. Отступаю. То есть... Теперь... Сокращаем одну петлю. То есть два полустолбика с накидом провязываем вместе. Теперь сокращаем 2 петли. 3 полустолбика с накидом вяжем. Раз. Два. Три. И провязываем вместе. Вот. Теперь еще
два полустолбика с накидом и провязываем вместе. Теперь 3 столбика с накидом нормально. Раз, два, три. Вот видите, оно принимает у нас форму. И теперь столбиком без накида. Точно такое же количество, как было у нас здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Выравниваем, смотрим, чтобы все у нас совпадало. Видите, на одном уровне ниточку обрезаем. Здесь сделаю такой вот полустолбик и протяну. Вот. Теперь возвращаемся назад. Вот петля, с которой мы начинали. Отступаем 1, 2. Продеваем сюда крючок. И вяжем столбиком без накида. 2. 3. 9. Здесь мы делаем только сокращение. То есть вот наши 3 петли. Это наша центральная. 2 по бокам. То есть опять же будет 3 петли по центру. И 2 здесь. Уже мы не вяжем столбики с накидом боковые. Только столбик. Полустолбик с накидом во время сокращения. Здесь одно сокращение. 2. Здесь 2 сокращения, то есть 3 полустолбика с накидом. 1. 2. 3. Все провязываем вместе и одно сокращение, то есть 2 полустолбика с накидом. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 71. 72. 72. 73. 74. 74. 75. 75. 76. 76. 77. 77. 77. 78. 78. 79. 79. 80. 80. 81. 81. 82. 82. 83. 83. 84. 84. 85. 85. 86. 86. 87. 87. 88. 88. 89. 89. 90. 90. 90. 91. 91. 92. 92. 93. 93. 94. 94. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95. 95.
до конца ряда. Тут провяжем еще 2 петли и нитку точно так же обрежем. В общем, таким образом, девчонки, провязала я 4 ряда. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Всего их 5. Первый ряд, как я показывала, второй ряд я показала, третий, четвертый, пятый, как второй ряд. И сейчас он будет последним. Я покажу, как я ввязывала вот эту ниточку, чтобы, потому что в прошлый раз я не показала. Или показала. Так, вот так вот просто я ее здесь придерживаю и пару петелечек вяжу вместе с этой ниткой. Сейчас мы пройдемся по кругу. Вот здесь вот уже она как бы закрепилась, ее можно отрезать. Так, довязываю по кругу и еще отделочные потом другим цветом. Довязываем до конца ряда, обрезаем. Вот прекрасно, смотрите, у меня как раз тут соединение. Я его обрезаю, замыкаю колечко, как всегда, так, чтобы у нас была непрерывная цепочечка. Теперь все вот эти ниточки позатягиваю, которые у нас еще пооставались. И еще
Вот видите, вот у меня еще одна ниточка тут. Ку-ку мне говорит. Вот. Так, практически готов наш тапочек. И еще берем вот эту фиолетовую такую нить, как у меня была подошва. И провяжу еще один ряд. Фиолетовый. Так, здесь я вот эту нитку возьму, прям сейчас ввяжу, чтобы она у меня не торчала. И вяжу в круговую один ряд столбиком без накида. Довязали мы девчушечки до конца ряда, как обычно. Видите, по кругу я провязала. Ниточку обрезаю, достаю. Все, один ряд. Думала, может, больше свяжу. Но нет, хватит одного ряда ободочка. Вы смотрите, как вам будет угодно, на ваше усмотрение. Вот такие вот топотулечки. Видите? Очень удобные, кстати, на ножке. Вот дома я ходила. Очень, кстати, удобненько. Вот. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока!